Да, ломала ноги, да, там были травмы, но это не та боль. Это спортивно. Переживешь. Не было прям такой боли, которую испытывают душевные, наверное. Моральные, что ли. Я никогда не выходила на лед поразвлекаться там. Раз вышла, должна все сделать. Like light in my veins, darkness is sinking, darkness is sinking me, commanding my soul. I am under the surface, where the blackness burns beneath. It's getting. Я, честно говоря, на Олимпиаду уже шла сама не своя. Я так никогда не боялась. Наверное, у меня уже нервы не выдерживали уже после всего сезона. Картов было много, каждый раз надо было выходить, доказывать, бороться. Какого счастья меня было. Было облегчение, я вышла, я была счастлива, что все кончилось наконец. Порастраивалась первые два дня. Рыдала там ночами, да. Потом уже надо принять выводы, сделать и жить дальше.